Главный удар сегодня в этой системе геополитического шторма получает Россия. Россия не борется с Украиной, Россия борется с Западом. И тот удар, который Россия получает, я хотел бы обратить ваше внимание, что одно из направлений удара – это не только социальная попытка социальной разобщенности, но и межнациональной разобщенности. Только за последний год, этот год, было потрачено $150 миллионов для того, чтобы нанести удар в межнациональные отношения внутри страны. Как один из примеров. Конечно, надо понимать, что эти удары наносятся в евразийском пространстве. Попытка играть с нашими интересами, попытка разобщить нас, попытка нам указывать, применять ОДКБ в Казахстане или не применять, попытка ворваться в дипломатические, даже не дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном и много-много разных других факторов. Попытка те проблемные взаимоотношения между странами, которые есть по разным причинам, расширять.